Величайшая шифровальная машина в истории, которую немцы используют для передачи своих сообщений. Чтобы победить машину... Я люблю разгадывать загадки. Энигма – самое сложное из них. Нужно мыслить как машина. 4 часа он изучал матрицу коммутационной панели. Вчера потратил 3 часа на положение ротора. Гении математики против технологии Третьего Рейха. Я создаю машину, которая позволит нам расшифровывать любое сообщение мгновенно. Игра в имитацию. В этом месяце на ТВ-1000.